красиво. Останемся, семью заведем. Ты серьезно? С ума сойти, у меня гениальные дети. Потеряла смысл. А если я верну вам его ненадолго, и вы сможете нормально попрощаться? Есть один заброшенный храм. Говорят, врата этого храма – ключ к царству мертвых. Вы сможете поговорить с сыном, только ни в коем случае не отворяйте дверь. Без тебя. И я скучаю, мама. Но мне пора. Нет, Оливер, Оливер! Мама, я кое-что покажу. Люся, что? Это Оливер вернулся. Оливер, это ты? По-моему, Оливер прячется. От кого прячется? Вы не представляете, что натворили. Открыв дверь, вы нарушили равновесие между жизнью и смертью. Прочь! Вон отсюда! Скучаю, мама. Оливер, где ты?